Привидище! Это кебабы шеф-ресторан-симулятор. Разблокировал сегодня новый рецепт. Давай посмотрим. Разблокировано. Куриная грудка. Куриная грудка уже дает 3 звезды, поэтому выгоднее ее готовить, она и дороже продается. Так что быстренько идем отливаем. Ручки помыли, зеркала тут нифига нет. Так и не могу я на себя посмотреть. Где выход? Я потерялся в собственном доме. Сейчас, похоже, нужно будет нам готовить эту грудку. Где меню? Вот это мы открепляем. Вот так вот. А это мы прикрепляем. Значит, что нам там сразу нужно? Соль, перец, это все сладкий перец чили. А где его купить? Надо будет сходить. Еще нужна куриная грудка. Вот. Давай несколько купим. А это что? А, это заблокировано. Покупаем. Тащим все это домой. Ко мне кажется, кто-то на работу пришел устраиваться. Посмотрите, что у нас тут. Яблоко от яблони недалеко падает, не так ли? Я уже видел, как это место поднималось и падало. Вы должно быть его ребенок. Будем надеяться, что вы не станете очередным разочарованием. Надеюсь, ты понимаешь всю тонкость этой индустрии, малыш. Это кулинарные джунгли, здесь выживают только сильнейшие. Посмотрим, выдержит ли твое маленькое предприятие такую жару. Сначала получите одобрение гурманов, а потом, возможно, я соглашусь с вами встретиться, если у меня будет хорошее настроение. Удачи, новичок! Гурман. Есть куча типов людей, которые любят свою кухню. Гурманы — это судьи по кулинарии, которых вы должны преодолеть, прежде чем предстать перед мастером. Свет надо включить. Та-та-та-та-та-та. Ладно, курицу пока здесь поставлю. Сейчас мы ее разберем. Дальше, сладкий перец чили нам нужно найти. Скорее всего, мы тут его и найдем. Потом куриная грудка, красный перец, зеленый перец. У меня есть картошку, надо будет купить. Картошка... Так. Вот, красный перец чили. Покупаю 5 штук. Мне картошка нужна. Картошка. Вот картошка. Тоже 5 штучек. Зеленый перец. Тоже 5 давай. Все, спасибо. Я помчал. Ты посмотри, что с мясом стало. Всего одна ночь. Я понял, надо это все выкидывать срочно. Все, все убрано. Итак, берем, значит, куриную грудку. Нарезаем ее. Или даже не надо ее резать. Потому что на картинке она вроде как там целая. А, у меня еще же закончились угли. Блин. Пойду за углем. Эй, мне нужен уголь. Вот. 2 штуки. 2 штуки. Покупаю. Спасибо. Поставлю коробку снизу. Вот. Значит, это засыпаем. Это тоже засыпаем. Значит, нам нужно соль и сладкий перец чили. Чё, в смысле добавить специи? Сладкий перец чили. Его, наверное, размолоть нужно. А как его размолоть? Ну, давай я типа его порежу. Вот, и что, мне просто положить его сверху или как? Блин, это просто красный перец, не сладкий, нифига. Нужно идти в магазин специй покупать сладкий. Вот это я залошарился тут конкретно. Вот он! Сладкий перец чили. Дайте мне, пожалуйста, 1. Спасибо. А то у меня там костер горит, все, тартарары сейчас полетит. Перец, вот. 1. Сколько там? 3 грамма надо. 2. 3. Ставим. Берем соль. 1, 2, 3. Так, сладкий перец что-то не доперчился. Вот, теперь 3, правильно же? Да. Кладем на огонь. Дальше. Берем тарелку. Тарелка у нас с красным ободом, то есть вот такая вот, на картинке, по крайней мере. Но, как мы знаем, картинка не всегда совпадает с действительностью. Решил все-таки выставить все солонки вот таким вот образом. И тут, видишь, когда наверх кладешь, видно, что в них. Так, мне, наверное, надо будет сейчас переворачивать уже. Подгорела грудка, елки-палки, не доследил. Ах! Все, вытаскиваем грудку, кладем. Дальше нам нужен красный перец. Вот, я его уже нарезал. А, его пожарить нужно тоже. Ух ты, блин. Дальше зеленый перец нужно пожарить. Сейчас нарежем его сперва только. Прям на столе... Мы прям на столе не сможем это сделать. Обязательно надо сюда его класть.
Вот. Красный, зеленый и картофан. Где у меня картошка тут? Ее мыть даже не надо, прикинь. Чистенькая. Дольки какие. Тоже кладем сюда. Запекается. Вот это убираем. Ну и все получается. Дальше все это добавить в тарелку и можно подавать. Укладываем пока вот перчики все. Во. Блюдо готово. Блин, я тарелку не помыл. Заберем отсюда ее. Ох, будни ресторатора. Подать. Обосрался по полной. А, смотри, отсутствует ингредиент. Видимо, перец не нужно было резать. Тут же не написано, чтобы я его порезал. Хотя на картинке он порезанный. А по рецепту тут просто пожарьте перец, картошку, а потом картошку нарежьте. Да, ну, как есть. Пускай заходят и пробуют блюдо. Первый посетитель. Чувачок с бородкой, ну, ему понравится, я думаю. О, еще один посетитель. По-моему, он счастлив, он лайк нам поставил. Ну, здорово. Дедуль тоже счастлив. Пока у нас не потухли угли, я думаю, делать еще одно блюдо. Так что, Стой. Поперчить, посолить. Вот что забыл. Ну что, вам все понравилось? Я счастлив. А теперь идите отсюда. Да стой, у меня там курица горит. Куда ты меня с собой потащил-то? Что там по курице? Сейчас надо будет ее переворачивать. Я готов. Перевернул, отлично. Тут тоже тарелочку забираем. Фух. Че, по курице? Все, ок. Дальше красный перец. Я просто его жарю. Не буду нарезать. Зеленый перец. Тоже жарим. Грудка готова. И картошку надо еще не забыть. Картошку тоже давай. Зажарим ее. Надо деньги еще забрать. Нифига себе, 150 дали. Хотя блюдо стоит 130. Ну, то есть с чаевыми получается. Здорово. Очень. У меня там что-то горит, отойди. Что горит? Перец. Ну, немножко, чуть-чуть вообще, самую малость. Вот так вот перчик у нас будет. Кто-то недоволен, что-то недоволен. А, закончилось блюдо. Ну, сейчас все будет. Картошка сготовилась, надо ее порезать. Не хватает рук. Мне бы нанять помощников, типа официантов. Потому что в одно я уже не справляюсь. Картофан режем. Давай. Есть. Кладем. Я ничего же не забыл вроде. Картошка, все, есть. Подать. Опа! По выпечке все хорошо, ингредиенты тоже хорошо. Ну, чуть-чуть прохладное у меня получилось, не страшно. Надо посуду помыть, слушай. Я про посуду забыл, а то сейчас тарелок не останется. У меня всего 3 тарелки чистых осталось. О, новый уровень ресторана. Ничего себе. Вот это я намыл посуду, так намыл. Ну что скажете? Как вам? 150. Уже 18:48. Получается, что конец дня наступает. Насчет помощников. Помощь. Сотрудники, вот. Ежедневно по 250 монет выплачивать. Он, значит, у нас будет убираться, мыть посуду и выписывать чеки, типа. Зовут его Арнольд. А девочки, что у нас тут? Наталья, Эмбер. О, давай Наталью наймем. Но наймем мы ее уже завтра, потому что сегодня день закончен. Нам остается только обслужить последних посетителей. Убрать за ними, потому что они насрали. Ужас какой. Здесь вообще он как будто кто-то в туалет сходил. Ну вот. Еще один день закончен. Бежим домой. Свет я даже не буду вырубать. Куриная грудка дала нам очень многое. Заработали мы 1200. 370 потратили на продукты. Тут непонятно, что это. Смайликов дофига. И 2 звездочки опять. Ну ладно. Новый рецепт. Разблокировались новых 2 рецепта. Первый у нас томатный суп, а второе куриные ножки. Предлагаю
Сегодня готовить томатный суп. Что для него нужно? Помидор 2 штука. Кастрюлю нужно купить. Ломтик помидора, молоко, масло. Ага. Кастрюля, значит. А где у нас кастрюля продается? Это у нас масло. Тут у нас сладости. А кастрюля... А, вот кастрюля. Кастрюлю, значит, покупаем одну. Вот у нас масло. И молоко. Вот. Бутылка молока. Ну, вроде бы как все. Покупаем. Спасибо. Сейчас будем пробовать это все дело варить. Достаем кастрюлю. Наполняем. А сколько воды? 20 литров. Получается. А, я переборщил. 82 литра. Можно как-то это вылить? Типа вот так вот я вылью. Оп. 30 литров осталось. Я все вылил. Давай по новой. Готово. Теперь достаем помидорки. Обязательно их нарезать, потому что ломтиками надо кинуть в кастрюлю. Дальше надо добавить молоко. Я достал масло. 10 миллилитров. Блин, это будет сложно. Так, я не понял, а что, молоко все вылилось, что ли? Просто взяло и вылилось? Прикинь, вся бутылка с молоком туда шлепнула. Я даже не увидел, сколько я налил. Как так-то? Ну ладно, допустим. Теперь масло надо туда вбахать. Как, можно просто так вот масло положить? Или что? Открыть, наверное, как-то надо. Ножиком откро... Не откроется. Написано, что в масленке 200 грамм масла. А как мне это все в кастрюлю-то теперь добавить? А, во, появилось. Вот. Масло все туда вбахалось. Смотри, короче, у меня было воды 24 литра. Добавил молока, получилось 44 литра. Это я 20 миллилитров молока добавил. Это перебор, конечно. Ну, как получилось. Теперь это все нужно переместить в чашу для смешивания. Блин, у меня тут еще завис рецепт. На полэкрана все занимает. Как вот это вот? Как какой-то ломтик у меня теперь тут висит. Как от этого избавиться? Не знаю. В общем, переливаем все сюда. А, нет, это сперва нужно все сварить, а потом в чашу. Ладно, кладем. Может, мне печка нужна? Где там у нас есть печка? Во! Я думаю, что мне нужно вот это. Покупаем. Ставим. И на нее кастрюлю. Ну и что, и включаем. Готовится. Вроде бы краснеет, смотри, даже. Сейчас надо будет снимать с огня, наверное. Все, сняли с огня. Единственное, масло сготовилось, а смесь не сготовилась. Это как? Непонятно. Теперь это все переливаем в чашку. Как это сделать только? Вообще, стоит плиту вырубить еще. А, блин, это чашка для смешивания. Там написано чашка и в скобках смесь. Фу, блин. С этим переводом. Так, а чашек-то у меня и нету. Пойду покупать. Эй, бро! Мне нужна вот такая чашка. Пожалуй, мне их нужно будет сейчас дофига. С десяток. 500 баксов. Офигеть, как дорого. Ну, как есть. Блин, у меня, оказывается, были чашки-то. Ёлки-палки. Зачем я еще десяток купил? Не знаю. Отправлю. Ну, пускай тут стоит. Вот так вот. Все, теперь по 20 миллилитров все сюда заливаем. Как это будет сейчас происходить? Очень интересно. 20 миллилитров. Так, 13 набрал. По кривому вообще доливается тут все. Теперь сюда 20. А, да стой. Мне одно блюдо же нужно. Я что-то на всех начал готовить. Ломтик петрушки добавить нужно. Берем, значит, петрушку. Кидаем сюда. И вроде бы как все. Подавать горячим. Я могу, конечно, на плите еще погреть. Ну ладно. Выставляю, значит, сюда, подать. Оно нифига не нагрето. Но по всем остальном, как бы, все хорошо. Холодный, видишь, мне претензии сделали. Ну, что поделать. Открываем. Также нанимаем сотрудника. Я хотел Наталью нанять. Она будет у нас все делать вообще. Вот она прибежала сразу, Наталья. Будет чистить тарелки мне.
и обслуживать клиентов, пока я тут буду на кухне заниматься. Молодец, Наталья, хорошая девочка. Ну, что скажешь? Понравилось? О, крутой пацан зашел к нам. На томатный суп. Наталья, там вон за тем столиком вроде бы все. Тебя вызывают. Ага, деньги забрала, молодец. Тарелку взяла. Ну и все. Мне можно здесь где-нибудь кресло поставить. Я буду вот так вот сидеть, закину нога на ногу и буду балдеть. Давай-ка попробую вот это все дело погреть и подать следующий суп уже более-менее горячий. Блюдо закончилось. Значит, я сейчас подогреваю. Подогреваю. И что-то как-то не подогревается, по-моему, да? Во-во-во, закипело, все, горячо. Выливаем сюда. Опа, 21, как я ровненько все сделал. Не злитесь, посетители, я уже все тащу. Вот, пожалуйста, подаю. И 57% нагрева. Ну, в принципе, сойдет. Куда ты пошел, пацанчик в шапочке? У меня тут блюдо уже для тебя готово. Пожалуй. Кастрюлю с супом я уберу сюда, чтобы оно не пропало до завтра. День закончен. Спасибо, что поели. Всего 130 дают за суп. Я забыл в самом начале это озвучить, поэтому... Не густо. Еще тарелочка супа тут осталась. Скорее всего, она стухнет к следующему дню. Наталья, идите домой, пожалуйста. Я вот, например, пойду. Выключите этот свет. Она там стоит до сих пор. И пойду спать. Посмотрим, что там нам скажут. Чуть-чуть нам не хватило до третьего уровня. Совсем мальца. Ух ты, елки. 1000 я потратил, а заработал 910. Я в минус улетел. Это плохо. Это из-за того, что я нанял себе сотрудника. То есть за 130 блюда готовить мне сейчас невыгодно. Окей. В принципе, все посетители довольны. И на этом хорошо. А на сегодня, пожалуй, это все. Если тебе понравилось, ты хотел бы увидеть дальнейшее прохождение этой игры, как будет развиваться ресторан, все-таки его можно ремонтировать, расширять, нанимать больше сотрудников и все такое, то ставь лайк, подписывайся, и тогда мы вновь увидимся в этой игре. Так что до встречи!